Хочу поздравить всех с праздниками. Их на май, на майские дни выпало достаточное количество. Здесь и Пасха, и День Победы, и День труда, ну и просто хорошие дни наконец-то начались. Ну, что может быть сказать женщина о войне? О любви, наверное, о мужчинах, о победе, о детях. Я прочитаю два небольших стихотворения. В общем, на этом мое выступление закончу. Слава! Выкурим мои стихи с лучшим другом на двоих. Если холодно рукам, для костра сгодится стих. И душой перекрестясь, сердцем потянись к строке. Слово чувственную власть вынечи в своей руке. Я до самого утра буду огоньком светить, прогревая до нутра обещаниями любить. Пусть в руках сгорю дотла, значит, так тому и быть. Посмотри, как я жила, и поймешь, как нужно жить. За нелепые грехи молча жертвую собой. Выкури мои стихи перед тем, как снова в бой. Спасибо. И жизнерадостное стихотворение, то есть жизнь, скорее всего, жизнеутверждающая. День Победы. Говорили, что война все спишет, всех забудут через 20 лет. Говорили, только ветер дышит памятью того, чего уж нет. Что такое память человека? Может быть, у памяти предел. Пролетело больше полвека, кто же о войне забыть успел? Разве о войне забыть посмеешь? Загляни в глаза фронтовику, что гуляет с внучкой по аллее, подставляя слезы ветерку. Загляни, и сразу станет ясно, рытвины морщины бороздят, что никто не умирал напрасно, что не выжил кто-то для себя, что вот эта маленькая внучка может не бояться ничего, потому что держится за ручку боевого деда своего. Спасибо.